69-летию моего мужа с юмором. Жил-был мальчик Женя, а внучата почему-то его дедой называют. Когда Женя помогал делать уроки внучке, у него сложилось ощущение, что те, кто пишет школьные учебники, не делают уроки со своими внуками. Мой муж, родившийся в год кота, обладает умением с жутко деловым видом лежать на диване. Женя сказал, покрасит камин, значит, покрасит. И не надо ему каждые полгода про это напоминать. Когда муж остается дома один, его холодильник набирает до 200 просмотров за вечер. Женя решил сесть на диету. Ура! Успел съесть все до 6. И салатик, и 1 килограмм пельменей, и булочку. Мой муж уникальный человек. Для него все мои платья одинаковые, а отвертки разные. Дожить до пенсии – мечта. Это в прошлом на пенсии ждали старческий маразм. Сейчас, в эпоху интернета, нас ждут социальные сети. Муж не стареет, он приближается к стилю ретро. А жизнь его сложилась, как сложилась, и на другую он ее не поменяет. В ней, что должно было, случилось, а дальше поживет, узнает.